Смотри, можно на жилой аванпост пойти, и потом оттуда на старательский, и дальше глубже пойти. Ну ок, так, что за рой-то тут вообще? Потому что мелкий он рой. Давайте поглубже. Молотоглав тогда. Да, вот. Давай молотоглав возьмем. Готово. Так, погнали. Все, поехали? Да, 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 да. Окей, погнали. Так. Что? То есть ты сейчас генератором занимаешься, да? Ну, пока я его быстренько подкрутил, поставил на автопилот. Понятно. Я так понимаю, мы сейчас можем сделать боеприпасы, да? Да, я сейчас все это делать буду. Окей. Эй, у меня дверь закрылась, мать его. Опа. Блин, ребят, сорян. Да, откуда? Где пробило? Снизу, там где шаттл, там где балластный, и через... И там где стекло. Так, все, стекло я заделал. Так, я вниз к шаттлу. Я низ вроде тоже заделал. Но что-то не уменьшается. А там где двигатель, там где балластный, и там где... Моторный отсек и шаттл, кажется. Шаттл затопило, вот, наверное, почему он. А он изначально затоплен. А-а-а. Так. Все нормально, плывем. Плывем вниз хорошо. На полных парах. Никогда такого не было, и вот так. Да. Погружаемся мы быстро, ребят, не волнуйтесь. Вот нашел здесь. Балласт нижний затоплен. Да, и моторный отсек затоплен, судя по всему, полностью. Да, есть такое. Ох, сейчас зайду. Здесь все полностью дырявое. Хорошее столкновение было. Угу, извиняюсь. Так, ой, движку достал, сейчас мы его поставим обратно. Сейчас будет еще легкое столкновение. Все нормально, прошли. Так, движок в норме. Это там все заварило. А, заварило, отлично. Все, похоже, что только шаттл затоплен. Так. Кстати, а техника у нас не выходит из строя, или боты всю технику чинят, да? Ну и я приглядываю заодно. Угу. Помощник. У нас все помощники, судя по всему. А, еще один спец по безопасности. Надо его поставить на какую-нибудь пушку. Они как-то постоянно меняются, очень странно. Да. В компании они не меняются, а здесь нам каждый раз разных дают. Ну, потому что сетевая там не особо важно. Скорее всего, разработчик так посчитал. Он, наверное, посчитал так, что мы будем терять ботов, наверное, почаще в сетевой, наверное, почему-то. И каждый раз нам выдает новых. Что-то вроде. Так, ой, у меня... Ребят, почему-то у меня кислород... Что с кислородом? Блин, я помер. Я не понял, почему. Так кто? Ты в скафандре был. Ну, и... Умер от удушья, блин. Так. Сейчас, стой. Переложите все вещи в этот ящик, пожалуйста. Стой, я тебя, может быть, вылечу сейчас. Если получится. Было бы здорово. Сейчас, ну-ка. Слушай, ему можно что-нибудь сделать? Труп. Да. Можно как не реминировать? Нет. Ладно, сейчас я буду оператором просто тогда. Буду снимать подлодку. Так, все, что? Что надо? Так, ну давай потихонечку пойдем. Ну, плыть надо дальше. Вперед, направо. Окей. Блин, ничего не пикало, я не понимаю, почему, как я помер. Да, тут этот был. Кислородный нифига не сообщил. Молотоглав идет, приближается с 5 часов. Очень быстро. Снизу? Он снизу с носа да, заходит. Да. Ну, как красиво. Бабах. Все. Ну я вроде зацепил его. Слабоват он, если честно, этот молотоглав. Его, мне кажется, надо улучшать. Балансить. Но... Как сказать, он дырявит сразу лодку. То есть он. Его мощность в том, что он
с первого удара сносит вообще полностью. А так, да, он слабоват. Он вообще конкретно слабый. Так. Осторожно, льдина. И сверху подлодка, тоже льдина. Я знаю. Подлодка просто тяжело слушается. У меня навык навигации ниже же, чем у тебя. Так. Ну, кстати, здесь полный баллон. Я не знаю, почему ты умер. Я баллон тоже не полный. Понимаю, блин. Да ладно. Да, баллон был полный. Может быть, что-то пошло не так. Может быть, баг, а может быть, ударился, повредил легкие или еще что-нибудь. Может быть, сердечный приступ, в принципе, он, наверное, в возрасте был, капитан. Эпоха Сэнгоку, эпоха Сэнгоку. Ну, давайте садимся на талон, для того, чтобы у капитана не выдержало сердце. И все. Поэтому по закону... Вел нездоровый образ жизни. Блин, монстры вообще будут, нет? Ужас. Течение, понял. А, вот снизу один. Опа, контакты у меня на носу. Ровно на носу контакты приближаются. Снизу, сверху, снизу. Ух ты, это рапторы! Ребята, 3-4 раптора, ребята! Жму по полной. А, так, я могу включать этих ребят, нет тоже? Я не могу управлять. Они сверху, они сверху с носа. Так, одного я да. Пытайтесь оторваться. Торможу, блядь, тяги не хватает. Давай, родной! Я рапторов пока не вижу, они где-то сверху похожи. Все, зависли. Так, торможу автопилотом. Ой, сейчас врежемся. Блин, я 4 рапторов вообще ни разу не видел. Вот. Еще один с носа идет двигается. С носа. Перехожу на ручняк. Пулемет, давай, фигач. Пулемет сверху, с носу. Вот, отлично. Да, раптор мертв. Шикардос. Так. Сейчас вот. Столкновение будет. Выжимаю. Бам. Нормально. Где рапторы, чертовы? Я не вижу. Ну, вроде бы тухляки, судя по сонару. Вот поэтому обычно, когда я на своих подлодках этот, особенно на что-то охочусь и на большой глубине, я узким сонаром начинаю идти. Или вообще тихим ходом. Так, слушайте, смотрю. Ну 4 рапторов вы очень круто разделали, молодцы, блин, вообще офигенно. И либо один раптор где-то потерялся, или двое. Нет, вот нет, двоих нет, вы... нет, я их на сценарии смотрю. Один раптор жрет другого, ребята. Миниган врубай. С минигана херачь, да. Они сверху. На 12 часов, на 12 часов уже. На 12. Повыше подплыви немножко, а то он вас догонит, скорее всего. Ну, либо уплывайте от него полностью. Да, я уплываю. На 12 часов раптор. Сейчас. Погоди, там наверху-то пост. Ну тогда сейчас, гасите сейчас. Его. На час. Я разворачиваю лодку. На час он? Сейчас, я постараюсь с 12 часов, чтобы он был. Пока они на час. На час должен видеть уже. Нет, не видит еще. Все, видно. Где? На 12. Вот, видишь, быть. Ты должен видеть сейчас его. Ты уже на него фонарик навел. На час быстрее, на час. Во. Отлично. Блин, ты поэтому стреляешь, а тот раптор вообще безнаказанно ушел. Он спрятался за тушку. Видишь его, нет? Он на час. Патроны закончились. Тогда уходим. Не-не-не, не уходи, нормально. Зависаю. На час он, да? На 12, 12, да. С половиной. Потихоньку, медленно подплывай. Он вообще мало вами интересуется, по правде говоря. Нет, о, он идет двигается. К вам. Точно. Двигается. У вас контакт. О, он возле верхней пушки, там где верхней задней пушки. Грызет ее. Не-не-не-не-не, он мертвый. Да не мертвый он, живой он. Он не мертвый, он целенаправленно атакует нас. Да. Просто он почему-то начал с пушки. Все, готов, похоже. Да, готов, все, хватит по нему стрелять. Или это бот стреляет? Не, это я. Все, вроде все. Прикольно. Вот такое я люблю. Жаль, только я сдох. Но зато самые лучшие кадры. Ой,
Да не говори-ка. Вот поэтому я говорю, капитан должен быть у руля. Да. Или вот сколько материться и рулить под лодкой приходится. Угу. Ну, я еще знаешь о чем? Я к чему не могу привыкнуть. Здесь два двигателя. Эта подлодка идет по горизонтали быстрее, чем по вертикали. Что интересно. Да. Ну, я, в принципе, с тягой более-менее разобрался, как работает. Она очень похожа на Дунгонь. Mm. Так что... Поэтому у меня в основном столкновения бывают именно через этот иллюминатор, блин. Ну, либо снизу. Земля в иллюминаторе. Тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Тихонечко-тихо. Это бля-бля-бля-бля-бля. Бам. Сейчас. И тушка Мадраптора такая возле турельки тоже плавает. Вот так, отлично. Погибает от удушья. Ну вот да, это. Тебя задушил Дарт Вейдер. Бутара уже не было вроде, да? И плывет такой за окном.